Смотрите в пятницу в 18:15 на телеканале «Самарагиз» программу «Хочу домой» о брошенных и бездомных животных. Вы увидите видеовизитки. Две кошки и две собаки хотят уйти из приюта. Советы для практического применения. Путешествуем с собаками по рекам и озерам. Как научить собаку стоять на водной доске. Гости в студии – руководитель государственного бюджетного учреждения Самарской области, Самарское ветеринарное объединение, Галина Сидорова. Говорим о системе ветеринарной регистрации «Меркурий». Обо всем этом смотрите в программе «Хочу домой» в пятницу 12 августа в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».